В общем, палаточку поставил, лунки закормил, вроде как бы начинает проплывать сорожка рядом, так что сейчас достану безмотыльную удочку и начну рыбачить. Ну, ребят, первый поймал. Кстати, на прикормочном пятне рыбы нету. Такая хорошая сорожка, грамм с тоннами. Ходил, короче, сейчас на соседнюю лунку без камеры. Думаю, да, просто проверю с мормышкой. Короче, поймал одну вот такую. Сейчас завешу. Вот это вот 180 грамм. Это, наверное, грамм 250. А это 255. Такие вот чебаки. Ну, я прям рад. Доволен. Чуть-чуть. Придавило чуть-чуть. Лесочка 2085. Тихо. Кобылка какая. Нимфошарик с изрывным глазом скушал.
клюнуло. Нормально. Шарик. Вон где. В общем, ребят, пробежался я по корным лункам, поймал немного сорок. Ну, как бы стандартные такие 150 грамм. Выяснилась следующая ситуация. На лунках присутствует тяга, а я эти лунки закормил, в общем, с руки сверху россыпью. Вот, и я когда по лункам проходил с камерой, я увидел то, что корма-то как бы под лункой нету. Я еще тут думал, что за фигня, тяга что ли.
Вот так что я сейчас, наверное, возьму кормушку и закормлю парочку лунок из тех пяти, которые у меня там есть, кормушкой в дно. А те, на которых поймал максимум рыбы, их пока оставлю, пускай будут так, без корма. Жесть какая вообще. Тихо. Тихо. Завирает леску-то. Красава. Чуть еле призадело.
Бултыхом. Наверху какая-то килька. О, килька, нифига. Просто шла вместе. Красивый батон. Ого. 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 Четко. Это все я поймал с одной лунки, с одного захода. Два. Ну какая. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь штук. В общем, сходил, прогулялся по лункам, вот. И на одной лунке там поймал сразу же 6 штук, 7 штук вот таких вот
красавец. Вот. Эту лунку я, кстати, закормил в дно. Ну, разная сорожка на самом деле попадает. Есть и поменьше такие. Вот. Есть и потолще, побольше. Тоже похоже на плотву. Тихо. Нападение клюнуло. Что там за рыба такая? Не пойму. Сорожка вроде. Уф. Короче, поставил нимфошарик 0,25 грамма с километровой бусиной. Она ее сожрала в шахту вон. Кошмар. Это так называемый белоярский вариант нимфошарика. Жесть. Тихо. Ой. Заходила. Оп. Крупняк. Класс. Чуть-чуть кверху и чуть-чуть к низу давно. Предательская поклевка, конечно.
не выдержала. Все-таки клюнула. Погода совсем испортилась. Снег валит. Ну, вроде должен перестать через час. Все-таки она подошла и клюнула. Ой, ой, ух. Какая хорошая. Опа. Красавица. Ничего себе. Доска такая поклевочка была. Наверху на паузе. Паровоз какой-то. Тихо, тихо. Ой. Ой. Опа. Здорово, подруга. На новую мормышку свою. Свинцовую решил попробовать половить. Вот клюнула. Всегда. Рыба. Самый краешек.
Фига поклевка какая была. Ну рыба-то ничего. Добрая какая сорога. Клюнула. Четко, какая поклевка была. Пиху вниз туда. Вот. Хорошо. Жирненькая, толстенькая. Прям как я люблю. Пробежался кружочек. Наковырял. Раз. Два. Три. 4, 5, 6 и 7, 8. О, под лунками, кстати, здесь не только сорожка плавает, но и лещ. Рожонка. Рыбалочка сегодняшняя завершена, ребят. Вот мой сегодняшний улов. Поймал я 4 десятка классных сорожен. Средний вес где-то грамм 150. Самая крупная 255 грамм. 200 грамм рыбок, много достаточно попало. Короче, рыбачил на лесочку 208 и на леску 01. На нимфошарик весит 55 граммов в цвете машинное масло. И на нимфошарик с ядреным глазом весит 0,37 грамма. Также парочку рыбок поймал на самодельную свинцовую мормышку. Ну и несколько рыбок поймал на 0,25 нимфошарик. В общем, сегодняшняя рыбалка, я очень доволен. Сегодня у нас первый день весны, 1 марта. Всем, ребят, не хвоста, не чешуи, крепкого здоровья, берегите себя. Увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока. Вот, ребят, вот такой вот у меня сегодня улов. Желаю и вам, ребят, когда-нибудь так же оторваться. Класс.